находимся в одной из сертифицированных лабораторий, где проводятся испытания наших образцов на коэффициент трения. Непосредственно за мной находится разрывная машина, в которой уже установлен образец и подготовлен к проведению испытаний. В конструкциях транспортных эстакад используются болтовые соединения. Так как нагрузки на транспортные эстакады достаточно существенные, в том числе по ним должен передвигаться большегрузный юниконт массой около 50 тонн, необходимо обеспечить повышенный коэффициент трения в болтовом соединении. При подаче растягивающего усилия мы определим момент сдвига пластин. Затем, зная площадь нашего соединения и усилие, при котором произошел сдвиг, мы определим коэффициент трения, который получается при данном типе обработки поверхности. Здесь и здесь у нас установлены зажимы, которые удерживают пластины фрикционного соединения. Затем происходит подача усилия и начинается растяжение. На образце установлены индикаторы, которые будут фиксировать перемещение пластин. Во время испытаний пластины не должны сместиться больше, чем на 0,15 мм. Без дополнительной обработки трение между стальными пластинами достаточно мало. Для того, чтобы повысить это трение, соответственно, несущую способность данного соединения, мы применяем различные способы обработки поверхности. В данном случае здесь нанесен карборундовый порошок, что существенно примерно в 3 раза повышает коэффициент трения по сравнению с соединением, где просто сталь по стали. Это сравнимо с тем, что если бы мы соединяли просто стальные пластины, то площадь этого соединения была бы приблизительно в 3 раза больше.